гулять в Светлогорск и по пути увидели табличку «Деревня викингов Кауп». Вот свернули, едем, хотим посмотреть, что это такое. Ну, дорожка, конечно, вызывает сомнения поездки. Мы думаем, что с такой дорогой либо мы первооткрыватели, либо закрыватели этой деревни. От главной дороги 1,5 километра езды. Сейчас посмотрим, что там будет вообще. Что там такая за деревня. Едем туда. Так, впереди какой-то значок. Указатель. Написано Кау. И направление налево. Ой, направо, налево. И что здесь такое? Сейчас выйдем, посмотрим. Здесь, оказывается, есть касса. Сейчас она не работает. Но тут есть табличка. Такая. Деревня викингов Кауп. Так выглядит у них касса. Здесь, по всей видимости, что-то продают. Какие-нибудь сувениры. Вот парк, карта парка. Я так понимаю, это на территории там у них, наверное, или что? Или когда-то было. Вот вход. Вот мы сейчас здесь стоим. То есть мы идем так, 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 так. Надо все время идти прямо. Пойдем, и посмотрим. Что-то. Харчевня, смотри. Харчевня. Пойдем, может, до харчевни дойдем. Вот он вход. Нужно туда идти. Ничего, это не работает. Мы не собирались особо здесь. Ну, то есть не рассчитывали на что-то особенное. Указатели. Кау. И вон, видишь, на катушках тоже написано Кау. Это что, сюда пойдем? Пойдем сюда. Какой-то перевод, наверное, есть у этого названия. Мы не в курсе. Если кто-то в курсе, напишите. Какие-то здесь палатки стоят. Смотри, паутина. Откуда она? В общем, вот так это выглядит. Что-то типа того. В общем, здесь такая, действительно, как чаще все. А деревья, в общем, поваленные. Как замкнутый круг такой. Здесь ведьминский костер. Здесь всякие такие причиндалы для каких-нибудь обрядов. Да. В общем, вот. И такая здесь круглая территория. По кругу идет еще стол. Ну, интересно, интересно. Я изначально там сказала, как при входе, что может быть кому-то понравится, но на самом деле не все так плохо. Необычно, я бы сказал, да? Необычно, да. Поэтому идем дальше, еще чуть-чуть посмотрим, что здесь есть. Еще мы спустились немножко как бы во враг, по таким самодельным ступенькам, из земли их сделали. И здесь находится сцена и вот такие лавочки. То есть мы так поняли, здесь проводятся какие-то концерты, может быть, какие-то шоу огненные в таком может, овраге. Может сейчас быть, покажу. Да. Вот овраг. Здесь местность интересная такая. Ну, то, что мы к Светлогорску подъезжаем, здесь на самом деле уже ландшафт другой. В общем, такие овраги, здесь течет ручеек небольшой. И вот она сцена, она маленькая,
Но что-то здесь явно проводят. А вот они, ступеньки, по которым мы спустились. Смотрите, как красиво солнце пробивается сквозь листву. Посмотрим сейчас еще, может быть, что-то здесь есть. Идем дальше. Подошли мы к дереву духов. Выглядит оно вот так. Сейчас вам покажу информацию про это дерево. Можете поставить на паузу и почитать. Информация про дерево духов, которое находится в деревне викингов Кауп. Далее мы проходим через лес и видим еще какие-то есть сооружения. Сейчас мы подойдем сюда и посмотрим. Здесь тоже часть от катушки и бревна. И здесь все то же самое. Сделали оригинально, красиво. В лесу это смотрится довольно-таки необычно. Еще здесь есть как бы место такое яркое, потому что пестрит аж от красок. Это щиты асов. Они сделаны в виде катушек. Здесь можно забраться наверх и, наверное, что-то рассказывать. Вот так они выглядят. Ну а что это такое, вы можете прочитать здесь. Также вы можете всю информацию, кстати, об этом, об этой деревне викингов, посмотреть, фотки там будут, посмотреть на нашем сайте. Сайт называется onlytravel.club. Заходите, ссылочку я оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео. А также много другой полезной информации, да, о Калининградской области и о других странах. С подробностями, ценами. В общем, все, что необходимо путешественнику. Ну, а мы выходим. Кстати, эта деревня викингов, она как раз вчера был последний день работы у них. Теперь они будут работать только 26 октября. Цены мы не знаем, так как нам человек здесь, который находится сейчас, он нам не сказал. Ладно. Едем в Светлогорск. Такой вот пёсик такой хороший тут живет. Это охранник. Что-то он камеры застесняется. Ты чего? Иди сюда. Мы уже приехали в Светлогорск. Тут просто огромное количество людей. Мы даже такого, наверное, и не видели. Да, людей очень много. Сейчас будем гулять на променаде. По променаду там вообще, наверное, не протолкнуться. Мне кажется, ну, покажи людей, сколько вообще очень много. Сейчас покажем. Вот, смотрите. Сами, сколько людей. Машину припарковать проблематично. Не то слово. Поэтому приходится гулять так. А сейчас, где мы были, в деревне викингов, там вообще красота. Нет никого. Природа, лес. Тишина. В общем, мы тут решили перекусить, потому что по морю гулять всегда очень хочется есть, когда гуляешь по побережью. Взяли себе горок и глинтвейн безалкогольный. Глинтвейн мне нравится, понравился брок. Сейчас еще возьмем шаверму. Берем в одном месте всегда проверенном. Вот. Сейчас покажу, какие шавермы. Вот море. Купили, затарились поесть. Нет, почти. Вот она, наша шаверма. Она большая довольно тут. Такая немаленькая. Будем отмечать день рождения Вовина. Поздравляю тебя. Еще раз днем рождения. Мы уже напоздравлялись. Ну, всегда не поздно еще поздравить. И будем отмечать еще
На видео на одном у нас набрало на канале 10 тысяч просмотров. Все, будем кушать, да. Мы проголодались. Да, приятного аппетита. Приятного аппетита. У меня пока сухота. А вон птички мои. На вышке сидят. Шаверму мы распробовали. Хочу сказать, что в этот раз шаверма очень неплохая. Сочная, мясо в меру. И вот как я люблю, снаружи хрустящее. Очень даже ничего. Она тоже сейчас уже сочная стала. Да. Изначально суховатая. Хорошая шаверма. Кто будет, можете брать смело. В той палатке там нормальная. Вкусная, никогда не травились там. Там всегда очередь стоит. Там еще вот была по пути одна шавермошная. Там вообще не было людей. Почему-то. Может, место такое. Пришлось постоять. Стояли специально за 19 минут. Почти 20 минут без минуты. Специально стояли. Ну, стояли, засекали. Ну, я думала, дольше даже будет, потому что там людей было много, но они уже ждали свои заказы. О, оса. Оса хочет сладкого. Сейчас покажу вам лифт, который работает в Светлогорске. Ну, как работает? Вообще его запретили, ему работу на 3 месяца, но он все равно работает. И рядом тут прям глобальная какая-то стройка происходит. Похоже, здесь будут отели. Смотрите сами. Здесь и будут отели, потому что там дальше, в начале города, по плану, они нарисованы. Это все будет в отелях. Ну, вот здесь, прям на обрыве. Краны стоят, сваи, наверное, будут забивать. Да, вот уже забивают. Уже забивают. Там и будут бетонировать. И вот прямо этот лифт. Стоимость билета, кто не знает, 50 рублей подняться в одну сторону на взрослого человека. Ну, я не знаю, там дети до скольки, бесплатно, до 3, по-моему, лет. А потом тоже по 50 рублей. Вот все огорожено. Когда-то здесь была такая круглая площадка. А сейчас кругом забор. Да, людей, конечно, очень много. Высота сколько? 42 метра? 42 метра. 42 метра. Высота этого лифта. Ну, то есть не лифта, а площадки, на которой можно посмотреть на море. Вот там прям на углу постоять. Говоря, панорамные там стекла. Если хочешь посмотреть на море еще с более высокого места, да, достаточно вон туда подняться, оно получается выше, чем этот лифт. Так зато можно посмотреть без всяких стекол, это будешь смотреть прям вот оно перед тобой будет вживую. Вот там сидят два человека, они сейчас выше, чем уровень верхней точки лифта. Сейчас подойдем к главному входу. Ну, мы не пойдем туда, потому что мы уже снимали про него у нас на другом канале. Only Travel, который канал. Там есть видео. Можете посмотреть, если кто не видел, а хочется. Вот такие заглавные. Тут прям буквы лифт. Они прям кричат, заходите, и мы вас прокатим. Но, наверное, прокатят с нарушениями. Судя по тому, что... Или один раз. Или в один конец. Не знаю. Вот он, главный вход. И вот такой лифт. Мы туда даже не пойдем. 50 рублей вход. Ну вот смотри, кабинки-то не едут. Может, действительно не работают? Да катают. А, катают? А может, и не работают.
окружают. Здесь вот открыли торговлю, прям такие вагончики поставили. Ну да, значит, катают. А что мы идем здесь? Пойдем вот возле моря? Пойдем. Вот он пляшик, там тоже люди прогуливаются, кругом волнорезы и вдоль и поперек. Все, мы нагулялись, надышались воздухом и сейчас поедем домой. Всем пока!